Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наши передачи. И я продолжаю отвечать на ваши вопросы, которые я в прошлый раз принял. Единственное, что я в прошлый раз заканчивал передачу, отвечая Галине Филипповне из Краснодара по поводу грыж. Вот я тогда все сказал и не сказал еще одну вещь. Не сказал, специально не сказал, потому что не знаю состояния сердечно-сосудистой системы Татьяны Филипповны. Я имею в виду скипидарные ванны. Если сердечно-сосудистое состояние сердца и сосудов позволяет, то, конечно, было бы хорошо к вот этому самому борьбе с грыжами добавить еще и скипидарные ванны. Так, следующий вопрос. Вопрос из Алтая от Людмилы Николаевны. Метод ключ Хосе Алиева. Потому что у Людмилы Николаевны очень давно, ну, по жизни, видимо, существует некоторая ситуация неуверенности, мнительности, ну, неуверенности по жизни. Видимо, как-то не очень может найти себе опору. И ее внимание к методу Хасая Магомедовича Алиева, вот по поводу метода ключ, ее внимание к методу ключ, оно совершенно оправдано. И оно хорошо, хорошо в этой ситуации может вам помочь. Почему? Почему? Потому что метод ключ позволяет наладить вот этот внутренний покой, снять те напряжения, которые связаны вот с этими состояниями мнительности, когда кто-то что-то сказал, и я вдруг начинаю примерять это на себя зачастую. А в результате могу, так сказать, вот так примеряя, дожить до самой патологии, до самой болезни. Неуверенность. То ли так, то ли не так, то ли вот может эта ситуация помочь, а может и не может. Что касается метода ключ, то он абсолютно безвреден, первое. Нанести вред никак, даже с точки зрения психических заболеваний, не может. Я об этом знаю, и метод знаю сам, и Хасая Магомедовича знаю сам достаточно давно. И знаю огромное количество людей, которые благодаря этой методике вытащили себя вот из этого состояния. И достаточно серьезных там, скажем, таких психоневрологических состояний, например, как боязнь замкнутого пространства. Потому что главное, что должен добиться человек тогда, когда занимается методом ключ, Хасая Магомедовича Алиева, это добиться состояния внутренней свободы. Причем, понимаете, если бы этот метод ключ, это вот состояние промежуточное, да, вот это вот состояние некоторого равновесия между состоянием психики и состоянием тела, организма, было вредно, то мы его, это вот состояние ключа, никогда бы не испытывали по жизни, по природе своей. А ведь самое-то главное и самое интересное, каждый человек, независимо от того, читал он книжку Хасая Магомедовича Алиева «Метод ключ» или не читал, слушал он это, слышал он об этом методе или не слышал, неважно. С самого детства, я это подчеркиваю, да, почему так хорошо входят в состояние ключа и пользуются им дети, дети, которые не задумываются о физиологии, о том, о другом, о пятом, десятом, о свободе внутренней, не задумываются, они просто используют это состояние. Мы его с вами используем каждый день, понимаете, каждый день. И вы,
тоже, Людмила Николаевна, понимаете, вы тоже испытываете состояние ключа каждый день. Что, когда, в какое время? Бессознательно, чисто рефлекторно. Понимаете, в тот момент, когда вы ложитесь в постель вечером, да, отходя ко сну, вы обязательно проходите через стадию ключа Хасана Гамедовича Алиева. Вот в психотерапии это состояние называется просоночным. Это состояние между сном и явью. Вы еще не спите, но уже и не бодрствуете. Вот такая вот глубокая дремота, при которой вы ощущаете, как ваш организм, ваше тело, да, оно как бы начинает подчиняться каким-то другим законам. Вы не отдаете себе отчет в этом даже. Да, иногда, так сказать, непроизвольно ваше тело, уже вот отходя к глубокой дремоте, начинает принимать какие-то положения, которые вы не ощущаете, да, поворачиваете, если наоборот, ноги как-то закидываете в другую сторону, все. Это происходит автоматически, потому что ваше, в этот момент ваше тело целиком уходит во власть регулирующих центров вашего мозга. Задача заключается в том, чтобы человек, войдя в состояние сна, заснув, максимально отдохнул. И главный тезис методики Хасана Гамедовича Алиева, ключ к себе, заключается в том, чтобы научиться отдыхать. И вот если вы научитесь отдыхать в этом состоянии, то тогда вот эти вот состояния неуверенности, мнительности начнут отходить в сторону. Потому что появляется вот этот внутренний стержень, который управляет, вот, да, вы как бы входите в режим прямой регуляции вашего вот физиологического состояния, состояния вашего тела, состояния психики, состояния центральной нервной системы, да, целиком под воздействием вашего собственного мозга. И тогда появляется чувство внутренней свободы. Вот это второй знак, который абсолютно соответствует методу Хасана Гамедовича. Внутренней свободы. Это состояние вы можете испытывать тогда, когда вы глубоко в молитве. Почему очень часто человек приходит в храм, подходит к иконе, начинает, так сказать, общаться с образом, молиться. И он настолько погружен в этот процесс, что вот это вот все лишнее начинает уходить. И зачастую человек даже начинает плакать, выливая эти вот напряжения слезами, накопленные напряжения, выливая. И тут ничего страшного в этом нет. Это великое благо. Так вот тогда, когда мы с вами учимся входить в состояние ключа, а по сути это просолнечное состояние, только углубленное, с одной стороны, с другой стороны, протяженное по времени. То есть это не одна минута, это, скажем, 5 минут. Или 10, или час, или полтора. Вы можете в этом состоянии быть. Но только тогда, когда вы сознательно, осознанно, понимаете, умеете войти в это вот состояние саморегуляции. Вот это самый важный процесс, о котором, самый важный момент, о котором всегда надо думать тогда, когда речь идет о методе ключа Хасана Гамедовича Алиева. Вот оно в чем дело, понимаете? И тогда начинают
организм сам, ваш мозг, начинает решать массу проблем. Я был свидетелем действительных чудес, которые происходили с людьми во время обучения и прохождения этого курса. Только не надо думать. Мне кажется, что вот здесь вот Хасай Магомедович сделал большую ошибку тогда, когда он говорит, ну, пожалуйста, вот 5 минут в день, пожалуйста, делайте. Вот и через буквально там какое-то время, достаточно короткое, вы начнете себя чувствовать совершенно иначе. Это так. Это так. Но главное это не в этом. Ну, скажем, мы научились, вот тест, знаменитый тест, который я не один раз показывал, все. Да, вот тогда, когда человек какой-то вот там синхрогимнастика, делаются упражнения такие определенные, либо, так сказать, вот обыкновенный тест тогда, когда вы прислушались. Можно сидя, можно стоя, так, как вам удобно, да? Начали прислушиваться к себе, внимание перенесли на себя. На себя. Вот я себя чувствую. Вот состояние, при котором я, мое сознание внутри меня самого, да, смотрит, как я себя чувствую. Вот в это время, через какой-то там маленький, небольшой промежуток времени, я представляю себе, что моя рука, правая или левая, либо обе руки, начинает подниматься, как бы всплывать. Это вот как раз тот момент, о котором я, вот говоря про солнечном состоянии, рассказывал, когда непроизвольно, независимо от моей воли, мое тело принимает то положение в постели перед тем, как вы совсем заснули, как бы автоматически. Так вот, тогда, когда вот у нас этот эффект получается, тест своеобразный, и рука начинает всплывать, вот я сейчас попробую это сделать, ну, настолько, насколько у меня может это получиться на сегодня. Ну вот, немножко пошло. Это не глубокое состояние, потому что это только тест. Вот я себе представил, что моя рука поднимается вверх надо мной, тянет меня туда дальше, все. Вот я слежу только за этим. Замечательно. Тест работает? Работает. Значит, на какое-то время, вот на какое-то время я в это состояние вошел. Понимаете? Вошел. И я постараюсь в этом состоянии остаться. Каким образом? Я не буду никуда переносить свое внимание, а я останусь внутри самого себя. Мое сознание должно быть там. Я отдамся ему. Я не буду ему мешать. При этом это не гипноз, потому что вы ощущаете все, что происходит вокруг вас. Вы ощущаете. В этом состоянии вам нельзя нанести никакого вреда физического, никакого. Понимаете? Вам нельзя ничего продиктовать. И вас ничего нельзя заставить делать что-либо против вашей воли. Вот что очень важно, понимаете? И следующий тезис, очень важный для методики Хасая Магомедовича Алиева. Он довольно часто говорит, научились входить в это состояние, и вот эти тесты с руками поднимающими, всплывающими, или, так сказать, раскрывающимися, там, как, скажем, не знаю, как крылья птицы, вот они, понимаете, они легкие. Вот, а я только за этим слежу. Да, ну, тут устали руки, ну, пусть себе они... могут опуститься, ради Бога. Понимаете, я другого хочу. А как хотеть другого? Понимаете, скажем, в аутотренинге вы ложитесь и начинаете себе повторять. Рука теплая, рука мягкая, рука такая, сякая. И потихонечку полудрёме начинаете уходить. Но это аутотренинг. Вы даете задание и стараетесь заставить организм его выполнить.
Но дело все в том, что наш мозг слов не понимает. Я могу 1500 раз сказать, что у меня колено не болит. Но не болит оно. А оно болит. Я ему говорю, не болей. А оно болит. Понимаете? Я хочу быть уверенным в себе. А я не уверен. Я не хочу быть вот таким податливым, что ли. Да? Мнительным. А оно остается. А я фантазирую. Вот в тот момент, когда я вошел в это состояние, даже где-то на, ну вот скажем, на втором, третьем занятии, когда я почувствовал вот эту внутреннюю легкость и свободу, я в этом состоянии начинаю мечтать, фантазировать. А что такое мечтать и фантазировать? Это не слова говорить, а это представлять себе. Вот это и есть самый сложный момент. Самый сложный. Потому что есть люди, у которых, ну, как бы вот это вот представление, фантазирование, оно, как вам сказать, оно заторможено. Не все люди представляют. Ну, например, нельзя представить фантазийность и способность к фантазиям и к мечтаниям актера и обычного человека. Конечно, разница огромная. Но мы можем научиться это делать. И тогда, когда мы вошли в состояние ключа, вот и начали мечтать, о чем я буду мечтать, когда я мнительный? О чем? Я буду мечтать о том, что я не мнительный. Что я анализирую все, что мне говорят. Понимаю. И мало того, что я анализирую, я это понимаю. Я еще и утверждаю, что меня нельзя сбить с панталыку. Я уверен в том, что я делаю. И таким образом начинаем мы через вот фантазию и представление, мы начинаем, формировать внутри самих себя. Мы образом, во время вот этих фантазий и мечтаний, даем задание своему мозгу, что мы хотим. Мы хотим быть твердыми, решительными, невнительными, не придумывать себе болячки там, где их нет, не придумывать себе беды там, где их нет. Не придумывать себе. Во время этих мечтаний нельзя придумывать плохое, надо придумывать хорошее. Придумывайте хорошее. И об этом хорошем думайте. И вот эти вот образы, которые будут возникать у вас в голове обязательно, они и станут тем путеводным, той путеводной звездой, которая обязательно приведет ваше тело, ваш мозг к тому, к личностной устойчивости, персональной устойчивости, личностной устойчивости. И потихонечку все ваши заботы, связанные с мнительностью, с неуверенностью, начнут уходить. Самое главное, что вы начнете уходить от зависимости от чужого мнения, потому что это самое главное, что вам мешает жить. И в этой ситуации Хасан Магомедович Алиев, вот ключ к себе, эта методика очень здорово вам, наверняка, я в этом уверен, может помочь. Познакомьтесь, пожалуйста, ну просто хотя бы есть в интернете масса передач, есть у нас в цикле нашей оздоровительной программы несколько программ, записанных с самим Хасаном Магомедовичем Алиевым, где эти все упражнения и синхрогимнастика, и все показывается, все подробно, очень разжевано и рассказано. Пожалуйста, используйте. Это методика, которая вам позволяет, я бы сказал так, что это методика, которая позволяет человеку
личности, выжить в любых экстремальных ситуациях, потому что помогает взять себя в руки. Так это называется. Осознать, правильно осознать, что с тобой происходит и что делать дальше. Вот что самое главное в этой методике. Пожалуйста, Людмила Николаевна, очень советую вам внимательно познакомиться. Только, пожалуйста, не надо, знаете, как вот... вот это еще одно чудо, это великолепная методика. Да, великолепная, да, это так. Да, все так. Но не надо хвататься сразу и пытаться делать. И пытаться сразу получить результат. Вот тут точно совершенно ничего не добьешься. Нужна методологичность. Пусть 5 минут сегодня, 5 минут завтра, 10 минут послезавтра, 15-20 минут послезавтра. По своему опыту скажу, что освоение методики за один день, за 2 дня, за 3 дня, ну, 20% за 2 дня получат, 30%, ну, за 3 дня получат, по крайней мере, ощущения. У меня лично получилось на 12-й день. Я это до сих пор этот момент помню. Просто у меня очень высокий контроль. А у вас это бесконтролье. Вы будете начинать заниматься методикой Хасая Магомедовича Алиева и будете сомневаться, и будете думать, что вот получится, не получится. Вот этого не должно быть. Вот как только мы начинаем... Проблема моя была в том, что я должен был до конца вот осмыслить, что это такое. И поэтому пока я там 2 недели колупался, пытаясь понять, что лежит на поверхности. Вот так, вот известно, просто на каждом шагу все известно. Понимаете? А я все пытался это понять. И когда я наконец бросил и перестал думать о том, что это такое, почему, законы, на что влияет, в чем поможет, не поможет, а вдруг это. Понимаете? Вот как я только перестал об этом думать, все! Сразу пошло и начало ставить меня на ноги. И не только с точки зрения характера, устойчивости. Мне сейчас говорят, что я довольно такой человеческий, довольно устойчивый человек, понимаете, в свои 72 года. Меня трудно, так сказать, сбить с панталыку на самом деле, понимаете? И я знаю, что такое в этой жизни выживать. Я это знаю. Вот в чем вся штука. Все пошло. Так что уверенности – это точно ваш путь. Поэтому, Людмила Николаевна, ничтоже не сомневаясь, продолжать надо, начинать. И самое главное – не ждать результата, а добиваться его. Вот через те фазы, про которые я вам сказал. Следующий вопрос тоже из Алтая. И вот он... Довольно сложный вопрос от Галины Алексеевны из Алтая. Туберкулез позвоночника, грыжа позвоночника, ну, практически, в общем, вопрос в чем-то совпадающий с Татьяной Филипповной, о которой я говорил вот в прошлой передаче. Но вот тут вот есть одно условие. Вот видите... Мне Галине Алексеевне отвечать намного проще, чем Татьяне Филипповне из Краснодара. Потому что она сразу указывает, условия очень серьезные, которые сразу заставляют думать и меня, и ее, к счастью, я по вопросу понимаю, что она думает об этом, как себя защитить от возможных неприятностей, потому что в диагнозе у Галины Алексеевны туберкулез позвоночника. Перерыв, после этого продолжим.